В Индийском океане найден фрагмент самолета, предположительно принадлежавший пропавшему лайнеру Malaysia Airlines. Для изучения находки, которая может пролить свет на таинственное исчезновение воздушного судна, на остров Реюньон отправились французские, австралийские и малазийские эксперты. Прямых доказательств, что речь идет о том самом злополучном самолете, нет. Однако в Куала-Лумпуре практически не сомневаются в принадлежности обломков Боингу 777. Напомню, он пропал в марте прошлого года. На его борту находились 239 человек. Самолет следовал из Куала-Лумпура в Пекин.